усиливает свою бдительность. Я понял. Ну что ж, здрасте всем. Атомное сердце. Давайте подождем, пока все прогрузится, конечно. Я еще не загружал эти серии, поэтому так вот как-то так. Я смотрю на этой локации, процессор загружен аж на 100%. Оно неудивительно. Так, ну что, погнали на ВДНХ. В смысле доберитесь до выставки? В смысле, вы что, им предлагаете опять что ли воевать с этим? Так, что у нас тут по друзьям? Я вот не знаю на самом деле, вот по полигонам что. Есть ли вообще смысл их проходить? На самом деле, в принципе, сейчас оружие меня и так устраивает. Но если окажется, что назад мы потом уже не сможем вернуться, я просто откачусь с сохранения и, наверное, пройду какой-нибудь из них. Просто посмотреть, что они из себя представляют. А, все открыто, да? Так, не агрессируй. По патронам нормально, это нормально. А, кто-то меня немножко запалил, потому что красненькое появилось. О, 75%. Вот наш ежик из предыдущей серии валяется. По-моему, я его не здесь завалил. По-моему, где-то он там сдох. Поезд. Рафик гонит. Ой. Ну да, процессор немножко тяжеловато с этой игрой. Ну, у меня бюджетный i3-8100. Но процессор я буду уже в последнем случае покупать. Как торжест. Впечатляет. Сразу чувствуется, что стоишь на пороге чего-то величайшего и знаменательного. Если б только не трупы вокруг. Торжества подготовлены по случаю всесоюзной полимеризации и запуска сети коллектива 2.0. В понедельник сюда прибудет все высшее партийное руководство. До понедельника я здесь все исправлю. Буду рад, если ваш оптимизм оправдается. Оправдается, видишь. Больше я Дмитрия Сергеевича не подведу. Как встречает-то? Как партийное руководство. И тут заперт. Да, кто все это запирает? У него дома, наверное, даже сортир на коду. Планировалось сделать открытие этих дверей символическим действием. Да, блин. Символическим? В смысле? Система зеркал должна сфокусировать потоки солнечного света на модели нашей Солнечной системы, которую вы видите высоко над входом. Попробую организовать. В смысле? А что надо сделать-то? Может, это надо тоже как-то организовать? Ну, я думаю, до конца про... О! Так, отлично. Правое зеркало установлено. Так, а куда оно светит? На него даже свет не попадает. Смысл выдвигать? Ну, это... А почему это-то не захотел? Чего? А, прыгнуть надо. Ой, гадю упасть. Все, да? Блин, я очень надеюсь, что назад можно будет потом вернуться. Потому что там очень много всего интересного. Может быть и стоило, конечно. Не входить. И череп с костями. Где? Очень ободряет. Где это я? В данном подземном уровне размещена система магнитной амортизации. Все здешние помещения заполнены подвижными сборками электромагнитов. Значит, на них можно воздействовать электромагнитным импульсом. Надеюсь, это меня не убьет? Я тоже на это надеюсь, товарищ майор. Что? То есть меня может раздавить опускающейся магнитной стеной? Теоретически не должно, но это не точно. Я тут впервые. Да неужели? Странно. Ну ладно. Управление магнитными полями. Находясь в зоне сильных магнитных полей, вы можете использовать шок на магнитной катушке для смены их полярности. Блин, шок я смотрю много где используется. Наверное, его стоит, наверное, качать. Так, и чё? А, это, по-моему, как в начале. Ну-ка. Ой. А чё у меня оружие не магнитится тогда? Ага. Запчасти. Это почему-то не идет воздух. Ну, я понял, очередная головоломка. Что, теперь можно вырубить? А, только это опустится. Ну, понятно. Сигнал не входить. Надо как-нибудь. Товарищ майор, вы уже проникли в комплекс ВДНХ?
Частично. Как это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации, ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть его? У меня нет таких навыков. Это ваша компетенция. Тогда не суйся под руку. Блин, тут какая-то может меня раздавить. Я уже, честно говоря, и забыл, какая. Ага, это не раздавит, да? Давай еще раз. Напридумывали, блин. Тут с кем-то можно поговорить, но у меня что-то нет желания с ним говорить. Вообще изи. Ну там, конечно, что-то, наверное, есть. Нет, ничего нет. О! Он кого-то встал и упал. А может он... А он живой, сука. А ты козел, а. Сейчас я тебя ультану. Хотя ты того не стоишь. Ага, ты еще место. Ты уставился у шлепок железный. Пора на свалку. Откуда ты взялся? Так, это что такое? А, это сохранение. Блин, а? Тут козлы вонючие, а? Опять эти уроды усатые. Ну куда ж без вас-то? Где? Завали уже. Надеюсь, не цветочки, блин. О, спасибо. Смотри-ка, с первого раза. Чё-то я сегодня прям бодрячком. Блин, я ж битрейт не выставил. У меня, наверное, будет... Если будет кодировщик лагать, надо будет опять переключить. Так. А, это. Зачем тут вообще этот гребаный лабиринт? Система магнитной амортизации была разработана учеными Киевского политехнического университета. О. Это очень сложное комплексное устройство, изменяющее свою конфигурацию согласно текущей ситуации. То есть это страховка на случай природной катастрофы? В том числе. Но главное назначение амортизационной системы – это ее обкатка. Здесь, в дружелюбных условиях нашей планеты, система будет усовершенствована для дальнейшего применения в космосе. Круто. Наука — это сила, тут не поспоришь. Нам бы еще как-то найти путь через это гребаное магнитное царство. Магнитное царство. Так, этот надо переместить. Да блин, меня это не... Вообще изи. Че у нас тут интересного? Кто это там? Блин, там... Блин, там ящик. Вниз, походу, придется по-любому спуститься. Ну, давай пока жахнем. Так, здесь меня, надеюсь, не прижмет. Угу. И ящик сразу прячется, да? Ну, вот на эту платформу можно будет запрыгнуть. Да, блин. Я, по-моему, увидел, что можно вкачать навык, который позволяет одной рукой использовать все это дело. Там, по-моему, какой-то... А, это динамо, я думал, этот... Бух. Чё? Как дела? Так, иди сюда. Так, возьму тебя на превьюху. Подъем! Да, да. Я знаю, ты хочешь ультануть, как всегда. Тут кого-то смотрю. Ну ладно, раз уж спустились, поговорим с ним. Шапки были, костюмы были, сапоги были, плана не было. Ты о чем? Да мы с напарником тут работали на магнитах и каждый день боялись, что нас по недосмотру заземли. Носили штаны прорезиненные, таблетки пили, фольгу под каску пихали, чтобы не разорвало магнитным полем. А убили тебя роботы? Да не роботы, а недальновидность. Нужно было еще бронежилетами запастись, оружием. Понимаешь, не в роботах проблема, а в плохой подготовке. Всегда нужно наперед знать. Дальше-то что? Ко всему все равно не подготовишься. О-о. Нет, нет, нет. Это оправдание слабых. Хочешь совет, брат? Всегда держи при себе все, что может пригодиться. Каждый патрон трать с умом. И от убежища до убежища перебежками. Никуда не суйся без нужды. Как же скучно жить по твоему совету будет. Зато будешь делать, как я. Дальше проживешь. Хм. Есть в этом маленький логический проем. Но тебе, конечно, видней. Какой? Какой? Ну-ка, объясните, какой. Так, а отсюда я достану, интересно? Да ладно, ты! Жалко, что он вверх не может шифтовать. А во, наверное, вот отсюда можно. Во. Так, очень надеюсь, что меня не раздают.
Блин. Что он иногда не цепляется, нифига. Так, подожди-ка. Можно, в принципе, и сюда. Она тем более по высоте нормально идет. Ну это клево, но что им это дает? А, там еще и какую-то эту надо. Блин, а как туда попасть-то? Крас, какого черта товарищ Молотов ополчился на академика Сеченко? Зачем нужна была эта комиссия за два дня до запуска коллектива? Ведь все уже готово. Именно потому, что все уже готово. В смысле? Ты хочешь сказать, что Молотов со своей комиссией спешит отобрать у академика Сеченова плоды его трудов за два дня до запуска? Совершенно верно. Этот сбой, устроенный Петровым, прекрасный повод обвинить академика Сеченова в неспособности управлять предприятием 3826, а следовательно и всем процессом полимеризации СССР. При чем здесь Дмитрий Сергеевич? Это же дело рук Петрова. Это по его указке роботы превратили предприятие в свалку обезображенных труб. Боюсь, что товарищу Молотову нет дела до количества жертв. Впрочем, как и товарищу Сеченову. Чего? Ты чё несёшь, перчатка? Дмитрий Сергеевич делает все, чтобы прекратить этот ужас. Правильнее будет сказать, что это вы, товарищ майор, делаете все, чтобы прекратить весь этот ужас. Да, но меня послал академик Сечин. Не спорю, но с какой целью конкретно? Взгляните на ситуацию трезво, товарищ майор. И товарищу Сеченову, и товарищу Молотову выгодно, чтобы информация об этом кровавом сбое не вышла за пределы предприятия 3826 и не стала известна всему миру. Потому что всему миру не докажет, что во всем виновата горстка ублюдочных предателей. Мир решит, что советские роботы опасны, а это не так. И здесь я тоже с вами соглашусь, товарищ майор. Однако, что из этого следует? Из этого следует то, что теоретически и товарищ Молотов, и товарищ Сеченов должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы весь этот кошмар прекратился как можно раньше. Не так ли? Ну так, и что? А то, что вместо этого мы видим самую обычную борьбу за власть. Академик Сеченов, вместо того, чтобы обратиться к правительству и ввести войска на территорию предприятия 3826, которые уничтожат агрессивных роботов или задержат Петрова, либо предпримут иные эффективные действия, делает все для того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Ну, это репутация, так скажем. Да хотя зачем, в принципе, тут? Ну ладно, вдруг какой-нибудь. Да поставь, раз уж есть, то давай поставим. Подожди, а я чё? Блин, да вы заколебали, сколько можно этого магнитной фигни. Так, если ящиков нету, я вниз спускаться не буду. Тут, наверное, вряд ли дотянуть. Да что такое опять? Хотя некоторые ящики буквально вблизи пририсовываются. Блин, надо было для начала посмотреть, куда... Вообще, чё? В смысле? Блин, вот так? А, ну в принципе можно. А если вниз жахнуть? Без разницы, да? Да я ж... Блин, да что ты... Я надеюсь, на каком-нибудь полигоне такой фигни не будет. Иначе я, блин, с ума сойду. Может просто... А, я мог два раза ж. По-моему, у меня 4 хилки всего осталось. Клёво. А, не прёт. Да, я понял, что не прёт. Ага, понял. Нет, все равно не понял. Но может быть получится. Ну дайте систему сломать. А, не получится. Ну вот тут уже посложнее. Да блин. Ну логичнее всего вот на эту платформу. Дальше уже думать. Ну, залазь. Ну вот, наверное, да. Ну оттуда я куда сигану? Здесь я не могу допрыгнуть. Блин, что-то реально не вкуриваю куда.
Ну, до туда я не допрыгну. Блин, я что-то реально не понимаю, куда мне идти-то. Да что так тормозит-то, а? В смысле? По-моему, что-то изменилось. А, тут две зоны. Так, подожди. О, слушай, вот теперь понял. Так. Я все боюсь, что меня прижмет к стенке. Тоже, кстати, неплохо. Это вот вообще отдыхает. Так, ну тут ничего интересного нет. Так, теперь давай попробуем здесь. Ну не, отсюда я тоже не смогу. Так, подожди, это у нас... Блин, это было рядом. Мне, походу, надо как-то вот так вот с этой стороны пройти. Блин. Так. Ну, выше меня, наверное, точно не поднимет. Нет! Блин! А что-то такого я не видел. Здорово, я лечу! Это как в мультике каком-то, я помню. Так, подожди, надо опять сюда. Ох, как... Ну, после перестрелок, в принципе, это, мне кажется, даже правильно, что добавляют вот такое. Правда, у меня хилки могут закончиться. Так... Нет, отсюда я не смогу. Так, подожди. Ну да, получается, надо будет... Да, по кругу надо будет пройтись. Если бы я тут сейчас... Да, наверное, не надо было ее пускать. Нельзя вводить сюда войска. Слишком много народу. Ай. Кто-нибудь может слить информацию врага, и все пропало. Но ведь можно ввести на территории предприятия абсолютно надежных людей. Например, спецназ или отряд Аргентум, подчиненный лично Сечу, и прикрепить к ним настоящих боевых роботов, которые наведут им порядок очень быстро. Вам ли не знать? Но это же, в смысле, ебучие пироги. Ни хрена не понимаю, почему тогда так все сложно? Потому что академик Сеченов не может ввести сюда войска и боевых роботов без разрешения и прямого содействия правительства СССР. Наоборот, он делает все, чтобы никто в правительстве не узнал о случившемся. Как вы думаете, почему? Потому что недоброжелатели отберут у него коллектив. Сейчас, когда уже все изобретено, создано и построено, рулить коллективом может любой чинуша. Именно. Все уже сделано. Осталось лишь устранить сбой и нажать на кнопку. Гении, творцы, инженеры и высококвалифицированные рабочие сделали свое дело. Дальше осталось только пользоваться плодами фруктов. То есть товарищ Молотов хочет посадить академика Сеченова по обвинению в том, что здесь произошло, и сам возглавить предприятие? Точнее, сам возглавить коллектив. Но разве коллектив можно возглавить? Там же все будут равны. Все будут равны, но некоторые будут равнее. Так, ага, вот эту, наверное, сюда тогда, да? Не-не, наоборот, наверное. Подожди, а тут... Так, может, эту тогда сюда? О, вот это уже посложнее, тут за 5 секунд не справишься. Так, а, вот это делитель, наверное, по центру. О! Не, я чисто на дурачка сделал, я даже не думал. Опять, что ли? Нет, но я в курсе, что у высшего партийного руководства в коллективе будет больше полномочий, чем у рядовых граждан. Но это нормально. Весь мир же не может принимать важные решения. Вот как? И почему же? Ну, во-первых, за их исполнение кто-то должен отвечать. А не так, что, мол, все отвечаем за все. Все — это значит никто. Когда спросить не с кого, никто шевелиться не станет. Должна же быть какая-то ответственность. И потом... Если весь мир только и будет, что обсуждать важные решения, то никто ничего делать не станет. Все время на обсуждение уйдет. Вы так считаете?
Давайте разберем ваши аргументы. Итак, весь мир будет бесконечно долго обсуждать важное решение. Это заблуждение. Сеть коллектив — это, по сути, коллективный разум. Слившееся воедино человечество будет мгновенно и одновременно знать все, что пожелает изложить любой из его членов. И ответственность в едином коллективе будет определяться не фактором страха перед наказанием, а осознанием того, что это необходимо. Ну, до такой сознательности доросли еще не все. Даже у нас в СССР с этим не все идеально. Что уж тут про весь остальной мир говорить? Вы совершенно правы. Уровень сознательности населения планеты недостаточен для запуска коллектива. Высшее руководство СССР понимает. Поэтому у партийных и государственных лидеров в коллективе будут особые полномочия, превышающие возможности обычных людей. Ну и что в этом такого? Так всегда и было. Точно всегда было именно так. Или же все-таки всегда был один непререкаемый лидер, под дудку которого плясало Политбюро, Совет Министров и так далее. Ты хочешь сказать, что в коллективе тоже будет один лидер? Я хочу сказать, что вход в коллектив осуществляется при помощи нейроконнекта. Устройство мысли — это общеизвестно. Для простых граждан существует устройство мысли. Но для привилегированных руководителей созданы эксклюзивные коннекторы с литерной маркировкой. Тот, кто обладает таким коннектором, будет иметь в сети высший приоритет. То есть даже лидеры будут равны между собой? Это хорошо. Почти. Дело в том, что запустить коллектив можно только с альфа-коннектора. Он ключ ко всему, в том числе к раздаче особых полномочий. То есть альфа-коннектор... И вот из-за этой мелочи тут все заклинило? Блин. Сложно тут у них. Вы можете подняться на поверхность прямо вместе с зеркалом. Да уж на сам поверхность? Уж. Я быстрее нирваны достигну, чем обратным путем вернусь. Ну, я так понял, что даже в коллективе будет какой-то рулящий, так скажем. Ну, и вообще не удивительно. Чтобы начальник... Это патрон до крепыша. Ракета, точнее. Отказался бы от власти, чтобы все были равны. Ага, сейчас я поверю. Мне даже в такого в Советском Союзе не было. Уж кто бы что ни говорил. Так, тут надо, получается... Тут нужны делители, получается. Один, наверное, сверху надо поставить. И один снизу оставить. А, мне же... Подожди. А, наверное, вот этот делитель надо по центру поставить. Ой, подожди, мне же надо, получается, зеленые. То есть надо наоборот его... Подожди. А, наверное, вот это тогда наоборот сюда поставим. Так. Что там происходит? Дверь. Проще, наверное, вот так вот смотреть. Так, мне, получается, нужно, чтобы все красные были, да? Может, проще его сбоку поставить тогда? Я опять на дурачка сделал, я не думал. Ой, что-то тут опасная ракета какая-то, что ли? Вернитесь на поверхность. А, это зеркало. Я думал, ракета какая-то, блин. Так, никого нету? Уже проникли внутрь ФТНХ, товарищ майор. Платформа Кондор с правительственной комиссией уже вылетела из Москвы. Они будут здесь уже скоро. Раз комиссия не приземлилась, значит, время еще есть. Не мешай работать. Мне так и доложить академику Сеченову, что его вопрос мешает вам работать. Ты лучше доложи, как ты драпал от роботов на железнодорожной платформе, вместо того, чтобы помочь. Я не солдат, товарищ майор. Я работаю головой, а не руками. Проходить через роботов — это ваша задача. Языком ты работаешь, а не головой. В данный момент ты тратишь мое время и замедляешь выполнение задания. Чё? Я молчу. Ну вот и отлично. Какой он свой, блин. Чё тут написано? Токамак. Новейший исследовательский комплекс. Вот это мне интересно починать. В форме тораноидальной камеры. Именно здесь проводят грандиозные эксперименты по управляемому термоядерному синтезу. Чуть не похоже на какой-то реактор. Это какие-то здания больше. Только вместо раскаленной плазмы в коридоры комплекса текут светлейшие умы нашей Родины. А, понятно. О, а что там такое? А, там голосовой лежит, смотри, вон. А как туда попасть? Ну-ка, подожди. Ага, ну. Там еще и ящик стоит.
реагируют на сигнал управления стрелочные индикаторные приборы. Большую группу элементов переработки. Блин, это не то. Так. Где-то тут я видел сохранение. Ага. Элеонора, походу, в следующей комнате. А, ну да, вон же, отдых. Чё, расскажешь что-нибудь? Майор, оружие или способности? Так, ящика нету. Давай тогда арсенал. Посмотрим, что тут у меня говна какого набралось. Так, электрические оставлю. Наверняка роботы будут. Это уберем. Да, блин, меня это раздражает, что постоянно она вверх уходит. Вот. Зачем это сделали? Так, патрон... Блин, надо калашом пользоваться. Что-то... Так, ну пока, в принципе, все хватает. Тут, в принципе, тоже. Улучшение. Ну, на калаш я не знаю, что-то мне хватает. Так, магазин. Полигон 10, кассетник. Ну, не знаю, пока я не вижу смысла. Так, что у меня тут? Во! Хватает. О, нифига себе калашик какой. Дальше что? Уменьшает разброс. Вообще копейки. Да ставь ты, блин. Урон. Блин, не хватает чуть-чуть, да? Так, приклад, по-моему, приклад я полностью. Кассетник, магазин. Штатный прицел. Это у нас получается все полигоны, да? А, ну смотри, тут даже на картинках показывается. Не, надо будет, наверное, сходить на потом в полигон какой-нибудь. Если у меня будет возможность. Сохранение данных. Так, пошли сюда сходим. О, нифига себе, какие тачки. Музыка такая прям. Здесь как будто... Прям витает каким-то будущим. Долг дизайн... А, это понятно. Это такие, знаете, мотивирующие. Так, ну он белым, ну я не знаю. Ну он, они обычно добрые. Здорово. Чё ты с ним сделал? И что мне Ой. Теперь смотреть на это недоразумение? На машину эту подлую, которая меня убила. Это недолго, скоро всё, да, наверное. Ну да. Да, скверное должно быть ощущение. Да нет никаких ощущений. Обиды есть, да злость. Не люблю я такие эмоции. Я спокойный человек, мирный. Нам сказали, что вскоре роботы нас заменят. Как персонал. Заменили мы. Бедных людей повырезали только. Роботы эти ваши. Эх, оставьте меня уже. Дайте забыться. Ну ладно, оставлю. Хотя бы у тебя компания есть. Надо будет лутание, а потом на другую клавишу поставить, на мышку тоже. Хотя, в принципе, и так удобно. Пока лутаешь, вроде особо ничего и не делаешь. Ох, сколько тут добра-то. Надо было смотреть хотя бы, что выпадает. Так, все залутал. Не буду читать. Там особого лора я что-то и не заметил, там что был, поэтому читать не буду. Уж извините. Так, что это такое? Это чуть непонятно. А. Да откуда я знаю, где я сейчас возьму? Ну, это надо, по-моему, 4 символа, что ли? 4 этих направлений. А, это отдых еще. Ну вот. Терешкова. Та самая или другая? Чем я могу быть полезна? Мне нужно попасть на выставку. Как открыть двери? Замок открыл. Это моим мультиключом. Ошибка. Мультиключ не найден. Где ты его посеял? У всех моделей Терешковых указательные пальцы на руках могут превращаться в ключи. Это одна из базовых функций. Кажется, свой мультиключ ты где-то потеряла. Мои предплечья оторваны негодяями. Ошибка. Требуемый манипулятивный узел отсутствует. Запуск пульса пирания невозможен. Так. Где же она могла потерять свою руку? Предлагаю осмотреть ближайшее помещение. Крас,
А как выглядят особые нейроконнекторы для соединения с коллективом? Ну, те, которые должно получить руководство страны. Коннекторы, которые получат руководство страны, выглядят как устройство мысли в золотом корпусе с алмазной инкрустацией. Выдающиеся ученые из когорты академика Сеченова уже получили другие устройства. Другие? То есть это будут разные устройства по своему функционалу? Согласно замыслу академика Сеченова, чиновники получат настоящие коннекторы с особыми полномочиями достанутся только ученым. Шеф решил обмануть советское правительство. Да не может быть. Откуда ты знаешь? Товарищ майор, откуда у вас новая нейрополимерная перчатка? Ты что ли? Мне выдал тебя Дмитрий Сергеевич. Вот именно. Погоди, так он отдал мне свою перчатку? От успеха вашей операции зависит судьба дела всей его жизни. Он просил быть с перчаткой поаккуратней. А, я даже и не заметил это, нифига себе. Да. О, сгущенку. Жрать хочу. Надо пожрать. Так, пробел, да? Да, в таком месте сгущенку жрать, это я, конечно, вообще гений. Блин, надо было это, превьюху сделать. Банка-то такая здоровая, там, наверное, 500, наверное, или 700, наверное. И здесь трупы. Постарались, да? Чертеж. Чертеж? Хрен тебе не чертеж. Так, надо с калаша поработать. А то я что-то калаш сделал, а не использовал. Что-то я прям вообще молодец. Так. Там... Это Рафик, это я уже понял. Да. Да, калаш классный, да. Вон, смотрите, какой калаш шикарный. Только не цвета, пожалуйста, только не цвета. Спасибо. Как будто эти деревья... Вот какую роль она играет? Вот ты просто вверх сломал эти деревяшки и пролез. Вот, иногда вот эти вот запирающие устройства, это вот как в этом Alien Isolation, блин. Вообще бесполезно абсолютно. Так. Что там такое? Так, ну у меня времени до 2 часов, потом надо будет на почту идти. А вот и рука. Что этот железный извращенец с ней делает? Это робот-официант, который обслуживает убитых им же людей. Пришибу твою. В данный момент робот не агрессивен. Можно получить руку без боя. Ага, ну конечно, не агрессивен. Ну, сейчас заодно калаш проверим. Я эту дрянь живой не оставлю. Калаш вообще тащит. О, звук есть. Я просто первый раз, чтобы звук был. Это же этот злой заяц. Заяц волк. Мама. Классно. Мне всегда вот это вот нравилась серия. Интересно, тут такой босс будет или хотя бы... Да могли бы добавить. Иди сюда, сейчас у него ноги вырастут. Ну ладно, кто захочет, посмотрит. Ну, в смысле, спокойно. Так, что-то прям много всего лутания идет. Я прям думаю, наверное, хватит что-нибудь вкачать. Надеюсь, я все найду. Ой, в смысле, все смогу вкачать. И найти тоже. Музыка такая, такая приятная, спокойная. Так, что тут много еще утать? Это, наверное, голосовое, да? А то голосовое как интересно найти, точнее попасть к нему. Товарищи экскурсоводы, внимание! Посмотрел я записи вашей работы. Что это за скука? Робот Рафик представляет собой на-на-на-на-на. Технические характеристики еще. Вас же дети слушают. Пионеры, школьники. Надо интереснее. Вот, смотрите. А, пошли. Кто это? Это робот Рафик. Он дружелюбный и веселый. И пусть он немного пузатенький, но с ним точно классно. Ну или офигенно. А что, ей руку не надо отдать? Вот так прям детям и сказать офигенно.
Не передергивайте. Ну, не офигенно. Как она работает? Поднесите ее к моим нейросенсорным контактам. А, она не нужна, получается, Терешкову. Мультиключ активирован. Фига себе ключик. Таким убить можно. А Харас-то, я смотрю, много чего умеет. Ну ладно, хоть не вот этот вот палец. Элеонора. О! Прорисовалась! Внезапно так. И что теперь? Ну, мы тревогу, по-моему, хотели включить. Здравствуйте. Чем могу помочь? Спасибо, что выручили. Без ключа я как без рук. Одну минутку. Мы ее починили или сломали? Система самовосстановления полимерных соединений. Терешкова новейшая модель. В ее создании участвовала настоящая актриса и космонавтка. Тут уж на что мне пофиг так пофиг. Веришь? Другое дело. А сейчас, если позволите, я хотела бы произнести речь. Здравствуйте, дорогие товарищи! Добро пожаловать на выставку народного хозяйства. Ты что несешь? Какая нахрен речь? Тут трупы кругом, кровь лужами, а ты тут вытанцовываешь. Мои алгоритмы сбоят от ужаса, но в моей базе данных не заложено вербально-визуальных инструментов, призванных выражать страх, ужас, а также отрицательные или негативные эмоции. Понятно, она деструктивно, на позитиве. Я была настроена только на позитив. Этот жуткий диссонанс моего поведения с окружающей обстановкой меня шокирует, но я ничего не могу с этим поделать. Да уж, никто такого не ожидал. Ладно, мне необходимо срочно перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. В режим военных учений? Это же означает еще большую агрессию систем пассивной и физической безопасности. Это может привести к гибели еще живых людей, если таковые тут остались. Вот именно, если остались. У вас тут одни трупы везде. Выполняй приказ, Роб. Вы отдаете очень странный приказ. Все люди в комплексе убиты роботами, но вы не пострадали. Это странно вдвойне. Докажите, что вы человек. Я не стану выполнять приказы робота, мимикрировавшего под человека. И как я должен доказать тебе, что я человек? Харакири, что ли, себе сделать? Пройдите тест Дарвина! Докажите, что вы человек! Чего? Какой еще тест? Может, лучше башку тебе оторвать? Без ее помощи мы будем искать способы активировать режим учений катастрофически долго. С радостью подтверждаю эту информацию. Ладно, хрен с тобой. Давай сюда этот твой тест Дарвина. Что сделать-то надо? Докажите, что вы человек, пионер Нечаев. Я майор. Положите на эту стойку три предмета, которые олицетворяют главные ценности советского гражданина. Труд, искусство и жизнь. Ебучие пироги. Да пироги. Что ж не так везет на всю эту хрень? Ну, наверное, там. И все, а где еще искать? Это она... Подожди, она же, по-моему, в черном была. Здесь закрыто. Так, это я читать не буду. Открывай. А, ну вот, что это у нас? Молоточек, я думал, серп, конечно. Так. Молоток. А что я, блин, а что я нашел-то? Получается, голос и росток. Росток это, наверное, растение какое-то, а голос... Ну вот какой-то голос. Вообще изи. Ну просто тут никто больше ничего не поет. Так, ну вот, ну да, вот это вообще изи. Странно, но тебе школа их любит, хоть и робот. А, и все, что ли? Цветы, отдай ей цветы. Ну я понял, что цветы. Ванька, Ванька полимерный. Некоторые роботы совсем как люди. И некоторые люди совсем как роботы. А. Ай, блин, я думал, получится. А если просто... Подожди, Эвка же... Странное время жил. Ух ты. Чё за субнатика такая?
Вообще изи, даже не напрягся. Че он тут не бегает? Да? А, в смысле? А, ну может так, да? А насчет теста Дарвина. Да-да. Ой, блин, пробел нажал. Пальцы только... Я хочу... Вот живи, тут ничего не нашлось. В смысле? Я же собрал все. Куда все это? Что надо по заданию сделать? Отдайте предметы Терешковой. Так, превьюху еще сделал. Вот так вот. Так, у меня пара вопросов. У меня есть пара вопросов. Разумеется, майор. Я могу вам рассказать про все четыре... Что ты так близко подходишь? Челомей, Павлов, Вавилов и Сахалин. Не, мне не это надо. Что это же? Это же... Подожди, мне надо тебе отдать. Хотя бы я с удовольствием послушал бы. А насчет... Да-да, буду рад... Да нет, музыка нормальная. Вот же. Ну вот, наверное. Вот. Живее тут ничего не нашлось. Так ликуй и вершились в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Заткнись, болванка тупорылая. Извините. Сбой эмоциональных алгоритмов усиливается на фоне царящего какого-то ужаса. Какой ты... Быдло, блин, а? Забудь, пока ничего не нашел. Слушай, включи. Пальцы только береги, а то опять мультиключ искать. То молот вольного труда, серпа изгиб литой, пятиконечная звезда с каймою собой. Так я ей отдал, блин, что делать-то надо? Может, надо с другой стороны подойти? Отдайте. Я так и не отдал ничего. Может, отсюда надо ей сказать? Ну, это как-то глупо. Да-да. Забудь, пока ничего не услышишь. Ну, давай включим. Слушай, включи что-нибудь веселое, а? А то как конец света. Радио будущего. Изумительная. Ой, опять сейчас Басков со своими этими... ...сформулированная новейшим квантовым суперкомпьютером, основанная на предпочтениях и тенденциях современных исполнителей. Теория вероятности утверждает, именно такие песни граждане будут слушать в будущем. Ну-ка, ну-ка. Так ведь граждане уже сейчас их слушают. Получается, в будущем это будет музыка прошлого? А через 30 лет композиторы не будут это писать, потому что это уже написано? Но тогда музыка будущего должна меняться каждую секунду. Верно подмеченный временной парадокс. Блин. А вы наблюдатели. Музыка будущего формирует музыкальный стиль в настоящем. Однако суперпозиция наблюдателя и изучаемой информации находится в самосогласованной петле. Простыми словами, мы с вами всегда слышим музыку будущего и в тот же момент определяем, какой она будет. Но если это значит простыми словами, то я боюсь, что там будет со сложным. Блин, аж башка заболела. Пионер Нечаев, вы блестяще. Шура! Да, 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 Шура, без зуба ты еще был такой. Кем вы хотите стать? Космонавтом. Космонавтом, конечно. Космонавт. Отличный выбор профессии. Желаю вам, что... Ой. Мне было приятно ваше внимание, майор. Теперь, чем я могу помочь вам? У тебя что, память сбоит? Мне необходимо объявить учебную тревогу и перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. К сожалению, это не в моих силах. Да ты издеваешься? Но я могу предложить решение этой задачи. Дело в том, что активация режима военных учений невозможна силами одного робота. Для подобной процедуры требуется два робота, а не один. И где мне взять вторую такую же идиотку? До начала же мы попросили... Ее по всему комплексу, что ли, растащили? Прыгнуть хотел. Именно. Как вы узнали, дорогой товарищ? Богатый опыт. Мне что, теперь искать ее части по всему ВДНХ? Если вы установите... Это как с колбами, да? ...административного управления комплексом, я смогу подсказать, где искать части несчастной Клары. Это лучше, чем ползать вслепую. У меня мало времени. Где находится административный привод? Прошу за мной. У нее, наверное, не будет ни головы, ни рук.
Да, получается то, 5... То, что происходит вокруг, чудовищно! Роботы словно сошли с ума! Так, можно... Блин, что есть... Доступ разрешен. Молчит что-то. Так, мне надо способности просто посмотреть надо. Я, по-моему, там энергию уже хотел качать. Надо на самом деле уже заканчивать. 189, надо 237. Подожди, по-моему, там что-то было на персонаже. Так, что там повышает? Установили блок, посмотреть. Вот! Ух, нихрена, это как далеко надо. Может, здоровье покачать на самом деле, чтобы меньше хилок с собой таскать. Хотя не вижу смысла, конечно. Ну ладно, давайте. А, надо еще это вкачать. Вот, лазерная. А хотя лазера мало кто и бьет-то. Просто иногда одной. Блин, уже не хватает. Пошли. Пчелки. Червячок. Так, они... А, это как экспонаты, получается. Вы только взгляните на этот позор! Почему? Столь благородная роль — помогать лесорубам и службам спасения. А ты? Как ты используешь данные тебе нашими создателями орудия? Как примитивное животное, как зверь, чтобы кромсать и расчленять? Что, она сейчас всех ругать будет, что ли? Это вообще какой-то не... этот стоит тут голый, как ни в чем не бывало. Тебе не стыдно? Выпятил всем на показ свой иридиевый уплотнитель. Ну ты ж понимаешь, что он не сам это сделал, верно? Она же не должна никаких эмоций проводить. Ну и бардак. И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? Ты? Еще. Надо срочно вызвать спецтехнику. Они же это бедно устроили. Я сегодня такая забывчивая. Какая-то ты сегодня злая. Как вам, людям, хорошо. Взяли бритву и сбрили эти отвратительные ужасные усы. А это что? Ты даже не машина. Дуралей. Ты лишь имитация машины. Оружие убрать. Инструмент. Простите, один такой в свое время пытался меня. Так, не будем об этом. Чего он тебя пытался? Ну давай теперь про этого. Кто же голый стоит? Представлен в различных моделях. Это черный, что ли? Модели выкрашены в черный цвет. Казались особенно кровожадными. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешу сообщить, что специализация черных лаборантов определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборанта, если она не разобьется во время боя. Чего? Я вообще ни хрена не понял. Ты же помощник, Терешкова. Можешь сказать по-человечески? Ой, все. Ой, все. Где-то я это уже слышал. Вы уже знакомы с ремшкафом Элеонора. О, да. С этим ужасным чудовищем, подвергающим людей жутким пыткам с летальным исходом. Мои алгоритмы испытывают боль, посылая вас в ее кровавые лапы. Но, к сожалению, она при помощи данной капсулы может значительно модернизировать ваше вооружение. Понятно, Терешкова, ускоряйся, времени все меньше. Да. Уже иду, дорогой товарищ. То есть надо черного ловчика взломать, получается, сзади подойти ему, вставить и так попробовать. Да и какая-то капсула может с него выпасть. А если так, то получается она... Я работа. Нифига себе. А кто хороший мальчик? Кто мой самый любимый, самый нелепый, самый кусаченький? Кто тот самый глупый? Кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме он добрый, ага. Хороший. Нападал еще как. Будь моя прелесть. Ты на него смотри, а не на плакат. Че, вроде больше некого ругать, есть только вот этого. Че это вообще, пылесос какой-то, что ли? Не знаю, что это такое, блин, что-то подлагивает. А там что у нас? Можно я посмотрю? Ну это мы точно уже в следующей серии пойдем. Мы на месте.
отдых. Дорогой товарищ, чё? Привод административного управления находится на этом стенде. Прошу вас выполнить подключение. А, ну давай. А. Только прошу, майор, будьте нежны. И мне тоже может быть больно. Ой, а что это щелкнуло? Голова. Это у меня боевые протезы трещат. Расслабься уже. Эх, блин, превьюха такая классная была бы. Есть, вроде все так. Подключение. Ну как ее вставила. Прошло успешно. Что дальше? Я открываю дверь в атриум. Вам нужно пройти по этажам комплекса и найти милую Клару. Я буду с вами на связи. Как только вы попадете на этаж, я проведу сканирование в поисках частей дорогой подруги. Сама Клара лежит на нижнем этаже атриума. Соберите ее воедино, прошу вас. Зачем она только на колени встала? Она вроде не такая высокая. Так, ну что, на этом моменте давайте закончим, поэтому все. Всем спасибо. Эта серия мне больше понравилась, чем предыдущая. Ну, то есть, тот момент. Почему нету звука, блин? Так, за кадром я просто посмотрю по поводу улучшений и все такое. Буквально здесь, поэтому все. Всем спасибо и всем пока.